Дорогие студенты, сердечно поздравляю вас с замечательным праздником. Днем студенчества, днем юности, пылкого ума и тяги к свершениям. Я убежден, что студенческие годы – это особый период в жизни каждого человека. Именно в этот период формируется ваш взгляд на окружающий мир. Вы определяете свое место в нем и выходите на совершенно новый уровень личностного развития. В то же время, попадая в университетскую среду, вы формируете профессиональное мышление и социальные связи, которые становятся основой вашего будущего. И я поздравляю вас с тем, что эти годы вы проводите в стенах Томского государственного университета, где вы можете общаться с ведущими профессорами, стать частью международных исследовательских команд и погрузиться в атмосферу интеллигентности и найти новых друзей. 25 января – наш общий праздник. Все профессора Томского императорского университета и я всегда с трепетом относимся к этой дате. Ведь вы, студенты, та самая сила, которая заставляет нас двигаться вперед, преодолевать трудности, стремиться к новым вершинам и не останавливаться на достигнутом. В этом году, как никогда, хочется сказать вам слова напутствия, которыми университет всегда старается поддержать своих воспитанников. Из-за ситуации с пандемией может показаться, что вы отдалились от Альма-Матер. Но хоть мы и стали видеться реже, а привычные, просторные аудитории сменились квартирами и комнатами общежитий, я хочу, чтобы вы помнили, что ваши однокурсники, преподаватели, друзья всегда рядом. Мы все так же вместе на пути к знаниям. Мы поддерживаем вас во время взлетов и падений. И что самое главное, не перестаем верить в вас. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы, несмотря на то турбулентное время, в котором мы живем, каждый из вас запомнил студенческие годы как пору, когда море по колено, дружба на века, а главная печаль – это четверка на экзамене. С праздником, дорогие друзья!